Самых ловких, активных и позитивных вот уже 12-й раз собрал спортивный праздник «Семейный круг». Это традиционное мероприятие, которое проводится по инициативе администрации Ленинского района. А его ярким началом в этот раз стало показательное выступление воспитанников клуба восточных единоборств. Мая мы праздновали Международный день семьи. Ну и символично, что сегодняшний этот районный спортивный праздник «Семейный круг», он приурочен к данному событию. В нем принимают участие не только дети, но и их родители. Ну и, конечно, приятно, когда родители показывают, что занятия физкультурой, спортом – это очень важно в жизни каждого. Главные цели просты и понятны всем – сплоченность, семейные ценности, спорт и активность, стремление к победе. У каждого свой стимул к участию и секрет успеха. Для команды семьи Королюк, в которой мама, папа и пятеро детей – это позитив, единый стиль и спортивный образ жизни. У нас большая семья, в нашей семье пятеро детей. Сегодня мы будем соревноваться с другими участниками, ну и постараемся выиграть. С мужем мы занимаемся спортом, наши дети тоже, кто-то ходит на карате, все мы… Дважды в неделю посещаем бассейн. Нашу команду мы назвали «Веселая семейка». Ну, потому что у нас действительно семья оптимистичная, веселая. Ну и надеемся победить. Мы сегодня рады принять участие в таком прекрасном мероприятии, где столько замечательных детей, где участвуют родители, у всех положительные эмоции, все хотят победить. Мы представляем команду 8-й школы. Наша школа названа имени героя Беларуси, Карвата. Мы стремимся совершить тоже подвиг. Возможно, для нас это будет подвиг. Вот. Ну и наша команда называется «Карватовцы». В этот раз соревнования провели в новом формате. В каждом из пяти увлекательных конкурсов были задействованы по три команды, которые демонстрировали ловкость и спортивный азарт. Среди участников традиционно есть и команда инспекции по делам несовершеннолетних. Это представители отдела внутренних дел, сами участковые инспекторы, которые ведут с собой ребят и показывают, что путь на самом деле есть и сложной жизненной ситуации, и в том числе, если совершил, споткнулся какое-то правонарушение, можно найти выход. Стоит ли говорить, что в этот день не было побежденных, ведь свою награду, позитивные эмоции и заряд бодрости получили все без исключения.